только в прошлом году под эгидой Национального антитеррористического комитета ФСБ проведено более 60 спецопераций. Заслуженное наказание понесли организаторы и исполнители кровавых террористических актов. Расследованы и предотвращены десятки преступлений террористической направленности. В целом 99 таких преступлений, в том числе 6 терактов. Может быть, это одно из самых главных результатов вашей работы. Прямая связь экстремистских и террористических группировок очевидна. Поэтому при нейтрализации разного рода экстремистских структур нужно действовать максимально решительно. Блокировать попытки радикалов использовать для своей пропаганды возможности информационных современных технологий, ресурсы интернета, социальных сетей. Эффективное противодействие экстремизму требует от вас не только тщательно спланированных специальных операций, но и безупречной правовой юридической чистоты. Здесь не может быть места никаким условностям и расширительным трактованиям. Любое прямое или косвенное вмешательство в наши внутренние дела, любые формы давления на Россию, на наших союзников и партнеров недопустимы. Мы слышали ряд недавних, откровенно скажу, нервозных, откровенно раздраженных высказываний относительно интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Антитеррористические силы должны находиться в высочайшей степени собранности и мобильности, мобилизационной готовности. До мельчайших деталей, до автоматизма прошу отработать систему превентивных действий при возрастании угрозы террористической опасности. Главное здесь – защита жизни людей.